Премьер Украины Арсений Яценюк считает, что Киев выполнил свою часть Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. Украина выполнила свою часть Минских договоренностей. Точка. Любые дискуссии о перекладывании ответственности на Украину безосновательны и неприемлемы, написал Яценюк в своем микроблоге в Твиттер. По словам премьера, Киев требует от РФ выполнить свою часть Минских соглашений, в частности прекратить стрелять, вывести российские войска и восстановить контроль над границей. Президент Украины Петр Порошенко заявил в среду, что перемирие в Донбассе наконец соблюдается, впервые за полтора года на фронте тишина, однако Киеву необходимо быть готовым к срыву режима прекращения огня в любой момент. Украинские власти, а также США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и не причастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Власти Украины в апреле прошлого года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали почти 7,9 тысячи человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября прошлого года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.